Всем привет! Я в отпуске. Сейчас у нас утро. Я пошла, схожу в магазин. Надо сделать небольшие покупки. Вот. Надо еще и в аптеку зайти, купить от аллергии что-нибудь. У сына, у старшего вылезла аллергия, что-то цветет. Не знаю, деревья ли. Ну, как бы есть такое подозрение, что яблони, вот эти ранетки цветут. И вот вылезла аллергия, и ничего не помогает. Пойду возьму, может, какой-то посоветуют препарат другой. На улице тепло, хорошо, солнце светит. Я пришла уже домой, зашла в магазин, несколько магазинов заходила. Сейчас покажу небольшие покупки. Так, это сок гранатовый взяли в магните, без сахара сок. Кусочек сыра российского. Ряженку одну. Ну и тут три пакета молока. Это мы в магните брали. Так, это в киоске. Заходила в киоск, вот два батона взяла. Ну и тут где-то 200 кг колбасы. Так. А это красное и белое. Сухарики взяли. Три пачки чипсов. Сок добрый 2 литра, яблочный. Ну, так много ничего не закупали. Так, помаленьку в этот раз. На улице жарко стало, ничего такого не хочется кушать. Размораживаю здесь куриную грудку. Сейчас промелю в блендере. И хочу сегодня суп сварить с вермишелью и с фрикадельками. С маленькими. Ну вот я уже почти сварила суп. Фрикадельки что-то какие-то большие получились. Думала, маленькие получатся. Огромные прям получились. Ну ладно, ничего страшного. И вот с вермишелькой. Очень вкусно получилось. Сейчас у нас вечер, и что-то все захотели пирожки. Буду делать пирожки с луком, с яйцом. Риса туда маленько добавлю. И младший сын попросил с картошкой. Он с картошкой любит, с луком и яйцом не кушает. Буду делать на кефире. Рецепт тоже увидела в интернете. Без дрожжей делать. На разрыхлители или там на соде. Вот такие вот хочу попробовать. Ни разу такое тесто не заводила. Вот, и стала чистить картошку, и мне вот такая попалась картошка с сердечком. Интересно. Ну, буду дальше чистить картошку, ставить тесто. Ну вот, начинаю я делать пирожки. Ну, две начинки у меня. Лук, яйцо, рис сюда добавила. И добавила маленько майонез, чтобы как для связать, чтобы не рассыпалась начинка, когда будешь там залеплять пирожок. Вот. Ну и чтобы были посочней. И вот картошка, картофельное пюре. Буду пирожки делать большие.
Тесто такое ни разу не делала. Сейчас посмотрим, что получится. Ну, вот такие пирожки у меня. Вот такие пирожки у меня получаются. Тут еще есть маленько начинки. А с картошкой еще даже не начинала. Ну, буду делать и жарить дальше. На улице уже потемнело. Вот, уже вечер. А я продолжаю делать. Ну, вот столько пирожков у меня получилось. В розовом тазике с яйцом, луком. Зеленым с картошкой. Сейчас у нас уже 12 часов ночи. Очень устала, спина болит. На кухне так разобрала маленько. Пойду сейчас отдыхать. Спасибо, что смотрите видео, заходите на канал. Всем пока-пока.